Выполняется разработка котлована под очистное сооружение ТАПАС-100. Ну, для промышленного объекта в Крыму. Грунтовые воды. Ну, процесс идет. Котлован готов, болотце выполнили, приямок. Там насос пытается что-то сделать. Сейчас, пока кран раскладывается, фура подъезжает под разгрузку, мы будем из щебня пытаться, ну, чуть-чуть выровнять. Так, ну, в общем, поставили мы их. Надо сказать, двухмодульная станция, конечно, это еще то зло. Ну, практически. Насколько это возможно, оно в уровне. То есть по крышкам не сильно, а по корпусам в уровне. Просто, видать, крышки тоже маленько колом. Но так все хорошо.